Всем привет! С вами снова я, Аня, и я наконец-то снова с вами. Меня долго не было на канале, а не было меня, потому что я недавно вот только вернулась из своего путешествия, из своей поездки. Я наконец-то съездила в Санкт-Петербург и в Москву. Это была мечта всего моего детства. Я очень мечтала всегда побывать в этих двух замечательных городах. И эти два города действительно отличаются друг от друга. Я вам потом в следующих видео расскажу, чем же. Вы об этом узнаете обязательно. И в это путешествие я брала вас с собой, конечно же. И хочу показать вам, где я была, какие места я посмотрела за этот приезд. Конечно же, я не все посмотрела, не все удалось посмотреть, потому что эти города оба очень большие. И за неделю в каждом городе невозможно просмотреть весь город, невозможно обойти весь город, даже объездить весь город невозможно. И поэтому я думаю, что через несколько лет я обязательно туда вернусь и еще посмотрю очень много-много мест других, которых я не успела посмотреть. И я путешествовала, ездила на экскурсии, просто гуляла по городу, и вы это, конечно же, обязательно увидите. Оба города по-своему удивительны, они оба меня впечатлили. И, например, я покажу вам, как я в первый раз ездила на метро, потому что в нашем городе его нет. Также я вам покажу, кого же я встретила в Москве, потому что в Москве очень много знаменитостей. И если вы хотите увидеть это на моем канале, то скорее подписывайтесь, кнопочка внизу, ставьте колокольчик, который есть рядом с кнопкой подписаться, чтобы не пропустить и смотреть эти видео первым. Также ставь лайк под это видео, если ты ждешь, и пиши в комментарии. Также просто можете писать в комментариях идеи для следующих видео. В общем, я обещаю, что будет очень интересно, и поэтому до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!